Кстати, по качеству дорог Египет занимает второе место в Африке и 28-е в мире. Взлет в рейтинге ровных дорог на 90 позиций за 6 лет. А у нас в городе Кирове снег растаял и треснул асфальт. Картина на кировских дорогах по весне традиционная. Сегодня представители администрации города выехали на те участки, которые отремонтировали по нацпроекту, но они уже пошли трещинами, правда, пока на гарантии. Например, улица Маклина. Покрытие здесь обновили в 2019 году, но оно опять требует ремонта. После схода снега обнажились трещины в асфальте, кое-где просели колодцы и разрушились бортовые камни. И такие дефекты на многих центральных улицах, где большой поток транспорта, рассказали в мэрии. Там планируют обследовать все гарантийные участки, а их в Кирове 263 до 30 апреля, если погода позволит. Подрядчики уже оценили состояние 107 объектов. Самый часто встречающийся дефект – это трещины. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен будет устранить все замечания за свой счет. Если просадки в асфальтобетоне, то разбираемся, почему. Либо это старая раскопка какая-то была выполнена, либо это может быть подход грунтовый, хвод снизу, поэтому вымыло. И по каждому, значит, вот такому дефекту мы составляем дефектные ведомости, значит, и претензионное письмо, которое в дальнейшем уходит подрядной организации для того, чтобы были проведены, значит, гарантийные обязательства по такому-то объекту за счет организации.